Добрым утром всем. У нас встало солнце. Тюльпаны его приветствуют. Приветствуют, наклонились, открылись. Наконец-то у нас погода развернулась, кажется, в сторону потепления, хотя ветер есть. Сегодня хочу показать вам, как мы справились с мульчированием некоторых цветников. Трава достала, я думаю, не меня одну, это общая проблема. Ну вот, решила в этом году устроить такое дело. Как следует выбрала из этих участков весь пырей, осот и прочие гадости. Накрыла агротканью. Агроткань, именно агроткань с переплетением. Не нетканка. Вот, с защитой от солнца. И уложила в художественном беспорядке. А как иначе? Как иначе? Вот такие материалы. Здесь у нас чурбачки такие. Тут есть еще проплешинки, но они будут уложены камешками. Тут все еще задекорируется. Вот. Вот так вот лежат камешки, пенечки, спилы красивые. Это, кажется, вишня. Вот. Так. Я думаю, что растениям будет хорошо под таким укрытием. Конечно, все это удобрено и будет еще удобряться. Вот так будет правильнее. Так, розочки в окружении. Тут сплошная мульча, но все равно сквозь нее пробивается. Это конская подстилка, прям сантиметров 5-7, но пробиваются зловредные. Ничего, поборемся. Так, тут красоты цветут, там красоты. Примериваюсь, разные ракурсы. Дело для меня не совсем знакомое, поэтому примериваемся. Так, вот у меня тут малышечка сидит, гортензия древовидная, аурея. Старается. Ждем ее, красавицу. Так. Можжевельник Blue Arrow, но он всем известен. Тут еще одна малышня, которая грозит вырасти великана. По обещаниям, вырастает до 10 метров в диаметре метр. Вот такая колонна. Туя Малониана Аурея. Малониана Аурея. Ну и, конечно, без незабудок никуда. И, конечно, вот без этого одуванчик, куда без него. Ну, красив, что скажешь. На этом все. До новых встреч, друзья.